Уши, да, высоко поставлены, хорошие, правильные формы. Спина прямая, живот подобран, грудь доходит до локотков. Годовалая западносибирская лайка Ника за внешний вид получает оценку «очень хорошо». Для нее это первая выставка. Охотиться пока не умеет, но вскоре научится справляться с любой дичью, говорит хозяин Владимир Кутузов. Лайки – собаки универсальные, с ними хоть на кабана, хоть на утку. Главное – воспитать ее так, чтобы стала самым верным другом. Общаться больше, узнавать друг друга, ее привычки. Она в это время привычки хозяина узнает. Больше гулять, больше общаться. Придет время, конечно, будем добиваться от нее хорошего потомства. Поездим по выставкам, присмотрим. Супруга ей хорошего будет потомство, надеюсь. На выставке охотничьих собак – русские гончие, борзые, лайки, фокстерьеры, дратхары. Около десятка пород, всего почти 200 собак. Все чистокровные, с родословной. Здесь оценивают только внешний вид, отбирают лучших для дальнейшего разведения породы. От того, как развита собака, зависит и ее рабочие качества. Ретриверы, любители утиной охоты, натаскивать на дичь их начинают с 5 месяцев. Охота происходит так: хозяин подстреливает утку, она куда-нибудь падает, а собака достает ее хоть из болота, хоть из камыша. Собаки очень добрые, а агрессия к человеку считается у них дефектом породы. У каждой породы свое охотничье назначение. Борзые берут скоростью, легавые – умением быстро обнаружить дичь, русские спаниели – невероятным чутьем и выносливостью. Породе в этом году исполняется 65 лет. Выводилась она специально для русских, сначала советских, потом русских охотников. Была нацелена на то, чтобы можно было содержать ее в малогабаритной квартире, в городских условиях. Можно было с ней легко ездить в автобусе, в электричке, в метро и добираться до места охоты. Рабочие качества спаниелей сгодились не только в охоте. Эти собаки давно заступили на государственную службу. Крым наш, только ленивый, не пошутил так над 9-летним Крымом, который с легкостью находит взрывчатку и оружие. На его счету не один служебный подвиг. В поселке Красный Пахарь в молельном доме было обнаружено взрывчатое вещество. То есть собака обнаружила это взрывчатое вещество. Вот, это наше последнее раскрытие. Мы были на обыске, он обнаружил, а дальше там уже работали специалисты. Впервые служить России собаки стали в 1906 году. Во время Первой мировой искали мины, выносили с поля боя раненых. Вскоре появились собаки-ищейки и четвероногие охранники режимных объектов. Ротвейлеры, овчарки, лабрадоры. В Самарском центре кинологической службы сегодня проживают более сотни собак. Здесь есть животные всех служебных профилей. В возрасте 45 дней за каждым щенком закрепляют инспектора-кинолога, который ухаживает за ним, обучает и дрессирует. Благодаря стараниям Галины Алексашиной немецкая овчарка Лидинг – один из лучших служебных псов. Недавно победил на соревнованиях по поиску взрывчатки. Он очень активный, любит играть, любознательный. Хочется ему все время самому что-то сделать. Вот сейчас он пошел обнюхивать предметы в надежде что-то найти и получить за это игрушку. За здоровьем питомцев здесь пристально следят. Раз в год животные проходят диспансеризацию. Обычно служат собаки до 8-9 лет. Потом их списывают. Как правило, четвероногих пенсионеров к себе забирают кинологи, которые уже жить не могут без мохнатого друга, бок о бок с которым выполнили множество служебных заданий. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.